рабочая поездка главы государства в Акмолинскую область продолжилась посещением Дома культуры в селе Родина. В здании функционируют хореографические и спортивные залы, студия звукозаписи и кружки. При учреждении также действуют различные творческие группы, спортивные клубы, которые посещают более 400 местных жителей. Генеральный директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр рассказал президенту о реализуемых социальных проектах. В прошлом году в рамках социальной ответственности бизнеса компания направила на поддержку и развитие села 791 миллион тенге. Глава государства посмотрела композицию «Достык Шуагы» в исполнении артистов Дома культуры и побеседовал с местными жителями. Всех приветствую. Я специально сегодня приехал посмотреть хозяйство уважаемого Ивана Адамовича Саура. Много слышал, каждый раз обещал, но, как говорится, руки не доходили. В этот раз все же я приехал сюда. Я очень рад вас всех видеть. Хозяйство огромное, передовое по всем показателям. Кроме того, президент осмотрел супермаркет «Наша Родина», парк «Достык» и местную среднюю общеобразовательную школу.